Все республики или страны, которые находятся в союзе с Соединенными Америки, Америка старается изолировать Российскую Федерацию на всех направлениях, на севере, на юге, на востоке, на западе, через те страны, которые дружат или отошли предательски от Российской Федерации. А Запад и Южный Кавказ – это особый район, очень страшный район в области военно-политической ситуации. А поэтому я хотел бы подчеркнуть, что в этом направлении здесь необходимо вести руководителей наших государств, Российской Федерации, Армянской Республики, немножко очень тонкую политику, при том очень серьезную, честную, с политической и любой точки зрения. Вот обратите внимание, значит, Грузия, Турция, Азербайджан создали свой союз. Россия из-за транспортных сообщений и так далее, но тоже Азербайджан, Турция, Иран. Армения осталась между этими союзами и очень опасной ситуацией. В то же время Турция через Грузию проводит железную дорогу вокруг Армении и еще дополнительно создает блокаду этой стране. Но железная дорога идет в Азербайджан под бок Дербента Российской Федерации. Значит, по этой железной дороге можно перебросить массу войск. Я как военный человек, а вы здесь сидящие, это тоже лучше меня знаете. Значит, получается удивительная картина. И здесь вдруг на Кавказе, в районе Азербайджана, под боком Ирана появляется Израиль, который осваивает все аэродромы, всю территорию и ведет своего рода рекогностировку этого региона. Тем более, что Иран для Израиля как кость в горле, как Израиль в районе арабского мира кость в горле у них, а Армения как кость в горле в Южном театре военных действий. Не случайно в 90-е годы, когда мы Я лично живу этой жизнью тогдашней и сегодня, когда, значит, агрессия со стороны Азербайджана по отношению к Карабаху, а у них цель была захват Карабаха, значит, захват Зангезура, соединение с Нахчеваном и оттуда наступать на Ереван. Эта цель была разрушена путем создания наших армянских вооруженных сил, а также при огромном содействии и помощи вооружениям со стороны Российской Федерации, но без участия России, только Армения своими силами и средствами, при наличии техники и вооружения бывшей 7-й полевой армии, которая располагалась на территории Армении. А против нас воевал Азербайджан, используя средства вооруженной борьбы бывшей 4-й армии, а также операции «Кольцо» 4-й десантной дивизии и другими средствами. Так вот, тогда и было предложено Тер Петросянам и Вазгеном Саркисянам, а я исполнял это указание, мы создали базу здесь. Это не склад помидоров и огурцов, это воинский организм, который сегодня может быть 1000, а завтра может 100 000. Это гармошка. И это было против Турции, натовского государства, которое всегда обманным путем в спину может стрельнуть в любой момент. Вторая мировая война, технология другая была. Значит, падение Сталинграда вызывалось полностью, Турция должна была напасть на Советский Союз. Но Сталинград выиграл. Теперь вот сейчас сирийская проблема. Я участник войны в Афганистане, и впервые воевал я начальник штаба 40-й армии 3 года. И планировал, управлял и воевал против первых радикальных исламистов, которые хотели устроить сирийскую проблему тогда еще на Таджикистан, Узбекистан и в спину России. И мы знаем, что это такое. Эти государства предают постоянно. И тогда против Иран, Турция, Саудовская Аравия, Китайская Народная Республика, Пакистан. И вся эта тактика – оперативное искусство. Мы выработали формы и способы действия. Похвалюсь, сейчас в военных академиях вооруженных сил Российской Федерации изучают наш опыт. Возвращаюсь назад. Так вот, чтобы
так как война есть продолжение политики иными средствами, это вы знаете изречение, так необходимо в обратную сторону работать нам, товарищи. Например, Армения находится в ОДКБ, Евразийском союзе, значит, вот держит вооруженные силы, военная база здесь на этой территории, создает условия, обеспечивает безопасность не только Армении, но и так. И мы тогда написали, что база, а также авиация была посажена здесь, и совмещенные пункты управления ПВО и ВВС, а также пограничные войска, которые мы создали, все это предназначено для обеспечения, прошу внимания, для обеспечения безопасности Российской Федерации на внешних границах СНГ. А как только мы создали армию в полном объеме и создали объединенные вооруженные силы, сплошное радиолокационное поле, систему противовоздушной обороны, написали, все это предназначено для обеспечения безопасности России и Армении во взаимодействии с вооруженными силами Армении. А теперь другой вопрос. А как же получается, что сейчас Азербайджан, который считает Армению врагом, и вместе с Турцией, как по словам члена... делают все возможное, чтобы изолировать Армению, и уже говорить, что Ереван тоже наш, и в любой момент может приступить к развертыванию боевых действий, и вдруг эта страна получает вооружение на доллары, на деньги, на рубли, не имеет значения. Огромное количество со стороны союзнического государства, которое имеет в ОДКБ. А это вызывает негодование, ненависть, потому что этим оружием уничтожается. А Турция, уже соединяясь, Израиль капитально оснастил Азербайджан современными средствами автоматической системы управления. И уже создал новую технологию. Технологии этой войны меняются. Первая мировая война, одна технология, вторая, другая. Югославская война, третья. А в Украине другая технология войны. Когда славяне против славян, русские против русских и так далее. А здесь тоже другая технология войны. Так здесь уже, смотрите, применили полностью беспилотники. Значит, они могут как бы, так как санкции объявляют Ирану, а там Израиль уже сидит, капитально сидит. И оснащает Азербайджан со всеми современными средствами, значит, поражения. И вот этот Карабах является как бы закуской для них. Здесь можно развернуться такая бойня. Еще хуже будет 100 раз, 150 раз, если вспомним Чеченскую войну, когда все душманы, все радикальные исламисты двигались через, значит, Понтийское ущелье из Грузии, из Турции, из Азербайджана, и раскрыли за Северном Кавказе войну исламскую почти что. Радикальный исламист. Еле-еле потушили этот пожар. Предлагаю нам очень внимательно посмотреть на то содружество, на то уважение, на тот союз, который существует. Независимо от того, кто приходит к власти, этот союз, этот договор должен существовать вечно. Потому что единственным на Кавказе, я не хвалю никого, я не националист, я военнослужащий и вооруженных сил Российской Федерации. И я предлагаю, надо выполнять задачи, если я присягал Советскому Союзу, а Российская Федерация является правопреемником СССР и РСФСР, Армения является правопреемником Советской Армении. Я здесь выполнял задачу по созданию вооруженных сил как российский человек и как армянский человек. Поэтому наша дружба, наше братство, наша организованность должна быть на высшем уровне. И еще последнее. Это показала полностью вся история. Великая Отечественная война, 600 тысяч армян участвовало в войне и 310 тысяч погибло. Масса маршалов армянских. И потом немцы-то напали, если сегодня молодежь не знает, что такое Советский Союз. Напали, чтобы уничтожить русский, славянский народ. И еще говорил директива Гитлера, на Москву, когда захватим, затопить и ни одного старика и старуху не выпускать. Но пришли на помощь все народы СССР. И армяне таким образом пришли на помощь. Мы дружны на высшем стратегическом уровне. Поэтому предлагаю, чтобы вот этот союз, независимо среди нашего народа, российского народа, есть типы личности, которые выполняют волю Турции, волю, значит, я не знаю, Америки, волю
какого-то, чтобы было плохо, и выступают, уберите базу, да это не нужно, уйдите от России. Вот сегодня есть такой тип-то, один из сосна ЦРР, вот выступает, уйдите базу, уйдите Россию и так далее. Чью он политику выполняет? Турецкую, американскую? Зачем он этим делом занимается? Чтобы ослабить это направление? Ну, Армения-то слабее, чем Турция или Азербайджан, это известно. И в личном составе, и мобилизационными резервами, и средствами вооруженной борьбы. Так мы должны тогда, чтобы обеспечить безопасность России, давайте укреплять Армению. И вместе с ним, как единый кулак находиться. Не против, но не надо делать жертву, когда одному дается вооружение на высшем уровне наступательное, а другому тоже есть оружие. Конечно, мы нуждаемся в оружии. У нас же нет военно-промышленного комплекса в Армении. Поэтому, еще раз говорю, нам необходимо очень твердо пойти по этой дружбе и не допустить огня и пожара на Кавказе. А это очень опасное явление. Благодарю за внимание.